удалось снять сильное землетрясение под водой. Точки, толчки у берегов Индонезии были магнитудой 7,2. Песок поднялся со дна, рыбы разбежались, а сами дайверы стали хвататься за кораллы, чтобы не унесло течением. Вот так вот. Рыбы разбежались. Рыбы разбежались. Расплылись. Расплылись, разбежались. В общем, кто куда. Вот такие вот новости. Позитивчика вам, друзья мои, этим утром. Хорошего настроения. Через пару минут вернемся. Шангириев в шок. It's a human sign when things go wrong.